Друзья, привет! Фикс Прайс, Калантай 24.30, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. Приятного вам просмотра! Фитолампа для рассады, цоколь Е27, 12 Вт, красно-синий спектр, улучшает рост растения, не нагревается до высоких температур, можно использовать в любых светильниках, 299 рублей. Поступили новые жалюзи 60 на 160 сантиметров с фиксатором. Состав: нетканый материал, дерево, полиэстер. Очень плотные на этот раз. Есть подробная инструкция. Вот эта веревочка, это и есть фиксатор. Там есть на кончиках зажимы. Есть светло-бежевые, вот такие коричневые и серые. 249 рублей. Интересная новинка, это щетка для ухода за телом. Здесь три разных поверхности с шипами. Материал силикон. Достаточно жесткая. Три расцветки. Голубые. Зеленые и розовые. 99 рублей. Набор для очищения лица. Спонж и щетка. У щетки есть ручка с другой стороны. Состав силикон и полиуретан. Разные расцветки. 99 рублей. Щипцы для завивки ресниц с расческой. Все упаковано, никак не открыть, не показать вам. Есть инструкция по употреблению. Состав: сталь, силикон, нейлон. 79 рублей. Чехлы на табуре 34 на 34 сантиметра, тоненькие. Поролончика пожалели. 4 завязки, вверх хлопок. 99 рублей, 2 расцветки. Полотенце махровое пестротканое, 30 на 70 сантиметров, 100% хлопка. Красивое, толстенькое и мягкое. Плотность 500 граммов. Зеленое есть, светло-серое. Очень красивые расцветки. Вот такой насыщенный красный цвет. Синий яркий. Производитель Узбекистан. 149 рублей. Большой выбор вафельных полотенец. Из 100% хлопка. Дизайны разные. По 99 рублей. Вот это последний вообще привоз. Очень нежные расцветки. Хлопковое вафельное полотенце вот с таким рисунком, который немного блестит. Также нежные расцветки, 149 рублей. Фоторамка 10 на 15 сантиметров. Я сначала думала, что это деревянная фоторамка, но нет. Это стекло и полистирол. Есть два цвета, серый и темно-синий, 199 рублей. Фоторамка из последней серии «Лаванда» на 4 фотографии, квадратная, 199 рублей. Есть два вида. Фоторамка 10 на 15 сантиметров. Рамка сделана из МДФ и стекло. Есть подставка, 149 рублей. Симпатичная ваза со скошенным горлышком, 24,5 сантиметра. Керамика, 199 рублей. Ночной крем для похудения с разогревающим эффектом. Я вам уже показывала горячий шоколад. А здесь я обнаружила еще шоколад с апельсином и шоколад и мята. Стимулируют расщепление жира. 83 рубля. Новое твердое туалетное мыло, яблоко, 5 штук по 60 граммов, производитель Турция, 79 рублей. Шампунь с цинком против перхоти, 350 миллилитров, производитель Москва, 79 рублей. Прищепки бельевые 10 штук. Полипропилен и сталь. Россия, 55 рублей. Пакеты для мусора сверхпрочные, двухслойные, с удобной лентой затяжкой. 15 штук по 30 литров, 79 рублей. Всегда их покупаю. Перчатки хозяйственные, 10 штук.
все синего цвета и все размер М. 99 рублей. Салфетки столовое перо 100 штук, 2 слоя, 24 на 24 сантиметра, с лимончиками, с гранатами, с лавандой. 68 рублей по карте фикс прайс. Гель для мытья посуды, сорти, бальзам, алоэ вера. 450 граммов, 79 рублей. Плавно перешли мы в кухонный отдел. И здесь появились очень симпатичные, забавные солонки и перечницы. Называется Чезаре. Крышечка откидывается. Стоят они всего лишь 26-30, есть желтые и зелененькие. Ну, такой дачно-походный вариант. Хорошенькие. Миска с крышкой 700 мл. Можно замораживать до минус 40, ставить в микроволновую печь и мыть в посудомоечной машине. Архимед, Москва, 39-50. Три расцветки. Крышка очень плотно, кстати, закрывается. Миска с крышкой 200 мл. Цена 18 рублей 30 копеек. Те же расцветки. Вот так они смотрятся вместе. Симпатичные. Набор для барбекю. Вилка, щипцы и лопатка. Нержавеющая сталь толстая. И ручки сделаны из дерева. 199 рублей. Контейнер высокий, многофункциональный, с крышкой на 4,7 литра. Производитель город Барнаул. Есть пищевой значок. Контейнеры все прозрачные, одинаковые, а крышки можно брать разного цвета. Синий, зеленый и коралловый цвет. Цены, к сожалению, пока не было. Появились футболки унисекс с коротким рукавом, 100% хлопка. Шито идеально. Нашла размер 44 по 50, может есть больше. Производитель Кыргызстан, есть белые и черные. 349 рублей. Вновь поступила чудесная серия книг для детей. Мифы. Мифы Древней Греции. Написано доступным языком и дополнено красочными иллюстрациями. Скандинавские мифы. Мифы со всего света. Приключения Одиссея и герои Древней Руси. Прекрасные книги по 199 рублей. Друзья, спасибо за внимание. Покидаем мы территорию Петропавловской крепости. Сейчас пойдем в сторону метро Горьковская. Памятник стерегущему корабль, который погиб в японскую войну. Слева осталось метро Горьковское, а это памятник Максиму Горькому, который был установлен в 1968 году. Сейчас мы направляемся в сторону Каменноостровского проспекта и пойдем по нему в сторону метро Петроградская. Этот проспект очень длинный.
3 километра с чем-то, по-моему, 400 метров. Точно не помню. Друзья, я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего. И пока-пока. А, Ленфильм это, да? Боже, забыл уже. Домики красивые.